Сотрудники финансовой полиции борются не только с коррупцией. Так, в шымкентском легкоатлетическом манеже стартовал традиционный турнир по рукопашному бою среди 5 региональных команд департаментов по борьбе с коррупцией. Спортивное мероприятие приурочено ко дню 20-летия со дня создания данной структуры. Стараемся всеми доступными средствами пропагандировать здоровый образ жизни и другие моменты, которые способствуют формированию здорового будущего поколения. В данных боевых стартах не обошлось и без серьезных травм. Некоторым из участников понадобилась даже помощь медицинских работников. Самый быстрый бой и первое поражение команде финансовой полиции Шымкента от представителя антикоррупционной структуры Жамбылской области. У нас боевой практики не хватает. Скорее всего, это первая причина. Парень очень хороший, сильный. Крупный. Маваша нижняя открыта, маваша нижняя. Играй. Маваша нижняя открыта. Оп, правый. Оп. Среди легких весовых категорий травмированных было не меньше. Комбо-удар ногой сопровождался и левым хуком, который пришелся точно в нос. Итог – перелом. Поединки по рукопашному бою завершились победой команды Алматы. На втором месте разместились антикоррупционщики Кызылординской области. Замыкая тройку сильнейших хозяева турнира – сотрудники финансовой полиции Южно-Казахстанской области.